Всем привет, ребят! Я уже на работе. У нас был сегодня утром отбой. Я бежала как могла, но не успела. Как раз где-то минут за 20 началась тревога до того, как наш магазин открывается. Представляете? Я приехала сегодня тоже на маршрутке и прошлась пешком, немножечко прогулялась. Кто-то пишет, вчера под видео, типа, у вас людей нет не потому, что выходной, а потому, что они повыезжали. Ну, может, кто-то и повыезжал, но, ребят, реально. Ну, я не буду в толпе снимать, я уже показывала людей. Ну, короче, никому ничего не докажешь. Ну, то такое. Сегодня утром слышала опять взрывы где-то далеко в области, но факт в том, что они есть, и знаете, вот когда ты уже настолько это тебя достало, ты вот слышишь и тебе, и думаешь, может это кажется, второй раз, может это тоже кажется, но они продолжаются, и они не кажутся, к сожалению. Вот, а нам еще подарили на работе парфюм новый, нашу новинку, такую небольшую, ну как миниатюру, да. Ну, очень приятно, потому что я, где я не работала, я, правда, работала на ужасной фирме раньше, просто не знаю, зачем я там работала. Там ничего не дарили вообще, тут постоянно подарки, и это очень приятно. Сейчас вам покажу. Нашла, шучу. Вот такой вот. Вот такой вот стик. Это новый аромат. Не могу сказать, что прям мой, да? Потому что это типа лаванды, там уже какие-то такие штучки. Вот. Ну, такой он. Свежий, немножко сладкий. Прикольный. В общем, но в любом случае, знаете, подарки это всегда, всегда приятно. Да? Вот. И это хорошо, когда у компании такая позиция, чтобы дарить подарки, да, если есть возможность, почему бы этого не сделать? Знаете, ребят, вчера много людей ехало куда-то гулять, потому что был выходной. На самом деле, по-настоящему у нас, наверное, все-таки не расслабиться. Возможно, у кого-то совершенно другое отношение, и, возможно, кто-то и расслабляется. Но я такого не представляю, даже если поехать где-то отдохнуть, там в Харькове, там на какую-то речку, хотела сказать море, вот, ну, мне кажется, прям такого отдыха, как хочется, не получится, и, наверное, это только когда закончится война, не знаю, ребят, вот, но если серьезно, то реально людей очень много, они едут вот куда-то гулять, я даже не знаю, сейчас везде опасно, в парк Горького поедешь, там прилетало, короче, везде прилетало уже, и чтобы найти такое место, знаете, точно безопасное, где можно спокойно погулять, то нет. Ребят, мы уже поработали, был отбой, слава богу, не знаю, где-то, наверное, больше часа, вот, сейчас опять тревога. Пойдем пить чай, короче. А, знаете, сегодня заходила девушка в такой футболке, как будто она одета на выворот, то есть у нее и лейбочка висит, знаете, которая обычно, и швы снаружи, но надпись есть внутри, то есть, ну, надпись есть так, как она ее одела. То есть это, наверное, специально такая модная футболка. Прикиньте, я хотела ей сказать, а потом, ну, посмотрела, что действительно там, ну, скорее всего, это так по-модному. Не знаю, ребят, встречали вы такую футболку или нет, вообще такую одежду. А это еще как вариант знакомства. То есть, если вы хотите познакомиться, чтобы к вам сами подошли люди, что-то вам говорили, можно одеть что-то неправильно. Вот, ну, как вариант. Не знаю, такое себе, конечно, но что делать. Так, еще вам хотела рассказать. В общем, посчитали у нас общие тревоги, сравнили несколько городов. То есть я вам примерно скажу, там Чернигов, там, по-моему, 40 часов тревог, Сумы там тоже 50, блин, еще какой-то город, ну, забыла, неважно. Кременчуг, по-моему, там 20 часов тревог, и Харьков. И в Харькове, угадайте, пишите в комментариях, сколько вы думаете часов тревог. 264. Ну, о чем тут можно разговаривать? Ну, какая тут может быть торговля? Какое нормальное вообще у людей
самопочуття, так скажем, вечно в этих психах. Ну и понятное дело, что когда отбой тревоги, понятное дело, что может и так что-то прилететь. Я не знаю, ребята, короче, это такая сложная тема. И не знаю, пишите, ребят, как вы отвлекаетесь и где вы в Украине, особенно в Харькове, чувствуете себя в безопасности. Вот кто живет, допустим, в Харькове, где вы чувствуете себя в безопасности? В метро, на улице, может быть, дома. Не знаю, ну, у всех по-разному, и поэтому люди так интересно одеваются. У нас такие прикольные. Сейчас вернулась вот эта вот тема стиля 80-х, 90-х, скорее всего. Вот стиль эмо, что-то такое, вот черные футболки там, или просто белые футболки, всякие вот эти вот. Я даже не знаю, ребят, как вам объяснить. Ну, вы поняли, вы, наверное, видите таких людей тоже у вас на улицах. Это такой новая мода, новый стиль, новая мода. Короче, не знаю, ребят, пишите, где вы чувствуете себя безопасно. За границей напишите вы, я понимаю. Ладно, ребят, всем хорошего настроения, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если видео вам понравилось. Всем пока-пока.